У нас был вопрос именно про масло, которое можно локально на суставы использовать. Вот как раз мы сейчас про эту смесь будем говорить. Так как у меня очень такая мужская компания вокруг меня, три сына, они такие, знаете, как три коня, вот, то у нас постоянно возникают вопросы с какими-то ушибами, да, с мышцами, если они набегались и устали, еще боли роста у ребятишек тоже, но с этой смесью в детском возрасте, опять же, будьте аккуратны, вот, она используется для старших ребятишек, вот. Если вы поехали в гости к бабушкам, дедушкам и точно знаете, что у них есть проблемы с суставами, прихватите эту смесь, потому что вы можете этой смесью сделать с ней им компресс на суставы, на мелкие суставы, да, сделать, даже буквально вот нанесли на суставы рук вместе с базовым маслом, сделали такой легкий массажик под полиэтилен и в теплую полотенчик, опять же, и сделать такой компресс на час, и уже буквально за этот час могут все суставы вот облегчить вот это состояние. Вот. Если боли, в принципе, любого генеза, суставные, да, артриты, артрозы, боли в спине, если муж надорвал спину, таскал где-нибудь мебель. Если это произошел какой-то ушиб, ссадина, травмы связок, растяжение связок. Вот у меня старший мальчик футболист, поэтому у него часто такое, что где-нибудь там себе ноги отшибли. Вот, наносить эту смесь можно даже точечно, если это какой-то точечный запрос, либо наносить именно в смеси с базой. Если боль, например, головная, и вы ее не можете снять ни нанесением мяты на виски или затылок, ничем, то можно даже использовать Диблю, потому что у него есть еще и такой легкий спазмолитический эффект. Он убирает и спазмы, и боли, вот, которые связаны вот с таким серьезным напряжением, потому что она также расслабляет напряжение. Ее очень любят спортсмены наносить для того, чтобы после тренировки улучшать кровообращение, потому что в составе есть грушанка, бессмертник, камфора, и они помогают выводить из мышц молочную кислоту, чтобы после тренировки все последствия прошли быстрее. Так что боли любого генеза, первое, что вы должны вспомнить, это смесь Дипблю. Она пахнет, знаете, как немножечко такой миноазин, вот, но очень эффективно как раз действует, когда вы еще сделали и местный легкий массаж, нанесли и использовали. Вот тут вопрос прозвучал, почему орегано и Дипблю? Потому что у орегано тоже есть этот эффект. Он тоже работает с суставами. И у нас в ароматерапии нет такого, как в медицине. Возьмите эту таблетку, это вам от суставов, а это от головы. Понимаете? Здесь очень универсальное есть действие у многих эфирных масел. Так вот, у орегано есть легкий согревающий эффект, если это артроз, какой-то длительный воспалительный процесс, способен работать с воспалением. У Диблю легкий спазмолитический эффект, и поэтому вы можете как то использовать, так и другое, в зависимости от того, что вам нужно. И очень многие масла именно пересекаются, поэтому если вы не взяли, допустим, никакие масла с собой в дорогу, а взяли там только мяту, то вы можете даже ей попробовать снять местную боль, потому что она спазмолитический эффект имеет. Вот, так что хочу сказать, что у нас более такой широкий интегративный подход, и эфирные масла, они обладают большей универсальностью, чем лекарственные препараты, у которых только там одно действующее вещество, а остальное все балласт. Вот, так что надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, и хочу сказать, что смесь Диблю используется только наружно, ее не используем внутрь, не используем практически ингаляционно, потому что если у вас что-то болит, то сколько ни вдыхай, будет сложно доставить действующее вещество до того самого места. Поэтому преимущественное использование наружное. Вот.